Ну, идем на пляж. Идем. Где моя сумка? А, вот. Милана с бабушкой Витой. Возле огурцов. Котя, меня сегодня так передернуло. Я иду и думал, ключи от дачи потерял, прикинь. А они же у меня на связке там, где от квартиры. Ну и ты лох, Саша. Что? Лох. Очень красиво сказала. Собралась уже. Никита пошел к бабушке в бассейн. А мы пойдем, сходим, мама. Если бы пошли, а я бы еще приеду. Все, мама, он пошел на пляж. Ничего вам не надо? А не. Все есть? Все есть. До свидания. Все, до свидания. Ты мне это снял, что я тебе сказала. Все, до свидания. До свидания. Не говори. Ну, огурцы переспели, кстати. Что же вы мне не сказали, что у вас огурцы переспели? Я говорю, ты, мама, я говорю, ты к нам каждый день приходишь. Ну, отрыгайся, а потом скажи. Ты воду взяла? Да. А я, любимая, взяла. А это? Покажи, мам. Ну, вот, там рукавники твои. Смотри, на рукавнички. На рукавнички. Я так наелся этими яйцами. А-а-а. Ужас. Наелся? Да, я ж доел весь этот, как его, всю икру эту доел. Правильно. Вправо. Вправо. Мы прямо идем пока. Знаешь, где право? Знаю, где право. У меня такая красивая девочка. Мама тоже красивая, да, Милана? Будь здорова. Будь здорова. Спасибо. А что ты хочешь, Милана? Что ты хочешь в магазине? Помаду хочу. Помаду? А, то, что я тебе вчера покупал помаду? Ну хорошо, там такая помадка, конфетка. Нет, она всю съела. Да. О, музыка. Капец, какая жара вообще. С утра и так жарко. Так, вот это магазин у нас тут рядышком. Сейчас зайдем, что-то возьмем. А тут же, ты поняла, тут хотят лодочную станцию сделать. Лодок? Да, именно лодочную станцию, лодки. Ангар для лодок. Давай. А тут дальше сейчас покажем вам. Пляж у нас великолепный, да, Люд? Великолепный пляж. Маленький пляж. Ну, хороший, сейчас посмотрите. Маленький. Ты еще маленьких не видела в речках-вонючках. Что ты будешь? Такую штуку? Ну давай. А еще что ты хочешь? Только я такую штучку? Ну есть эти кукурузные палочки. Не знаю. Оля, а кукурузные палочки есть? Нет. Так, ну что тут? Как это? Фигню вот эту открыть? Вот Милане взяли вот такую помаду. Конфетку. Да подожди, я не могу открыть вообще. Где тут начало, где конец? А может с этой сбоку где-то зацепиться? Люди на пляж идут. Папа уже открыл. А ну, открывай. Вот такой леденец, конфетка. Ну, открывай. Открывай, открывай. Мама, открой. Вот так. Тяжело, да? И откройте как помадку. Дай. Все, хватит. Ну, все. Ну, все, идемте на пляж. На, вот эту коробочку свою держи. Вообще такое придумает. Ну, да. То кислый глаз, то кислая пятка, то помада. Вот магазин. Да? Там еще один магазин. Да. Вот остановочка наша. Да. А вот мы сюда будем поворачивать. На пляж. Вкусная конфета? А что это? А в смысле? Она ее съела уже. Молодец. И что? И смысл? Люда говорит, деньги такие заплатили, говорит. 22 рубля. Ну да. Милане, да. Хороший. Давай. Я говорю, слышишь, Люд? Слышишь? Говорю, у нас здесь хорошая местность. Именно местность классная, суперовая. Тут не заглушье, тут людей куча живет, пляжи, речки, рыбалки.
Что? Поправь Меланию сзади, а то у нее сринги получились. Сейчас покажем вам наш пляж. Видите, шлагбаум, чтобы машины не проезжали, чтобы на машинах не ездили. Шлагбаум, но территория открыта, к воде все открыто, территория открыта. И хорошо. Нет такого, что тут шугают, блин, нельзя тут купаться. Тут все купаются, все приезжают, отдыхают. Дальше, Милан. Ты что, забыла? Мы же вчера были. Конфеты. Может, и я нырну. Так нырни, Саша, как в такую жару не нырнуть? Так же, как... Только ножки мочить. Глянь, как красиво. Да, очень красиво. Ищи красоту в красоте. Давай, Люда. Люди пишут, что ты зануда. Люда, вот эти розы, ой, вот эти цветы, ага. Я мне, да? Да, тебе посвящаю. Что? А, вид? Ну да. Ну сейчас увидите, какая у нас красота. И вот маленький входик такой. Раз. И на пляж. Входик, а не ходик. Котик. Еще, наверное, рано. Не, ну кто-то есть по-любому, понятное дело. Бля, и тут что-то растет. Здесь то ли... А, это ж это и есть. Крыжовник. Все, вот такой пляж, ребят. Сейчас покажу вам подробнее. Нашли мы себе место вот такое вот. Вот такой вот песочный пляж. Что-то сегодня нет этих водных мотоциклов. Вчера были таблетки, а на таблетке катали. Ну, потому что это вечером будет. Сильно не надувай. Опа. Смотрите, какой у меня загар. Там на той стороне базы отдыха, вон видите, там тоже очень много людей на пляже, с той стороны вот пляж еще есть, сейчас если получится покажу, вон люди купаются, зум плохой. Что такое? Холодная? Милаша, заходи. Он собака. Люда. Давай, ныряй. Люда на весь пляж орет. Не умеет сдерживать свои эмоции. Ну пошли, давай, Дудь. Пошли потихонечку. Пошли, давайте. Все, не буду больше. Давай, ручку, давай. Это какая полоса. А так хорошая. Ты полоснешься, будешь... Яхта Романа Абрамовича. Люда поплыла в путешествие. Люда! Морж. Вода прохладная, кстати. Нормально? Это ты, Люда, это ты каким стилем плывешь?
руки болят. От чего? Ну, от плавания. Да? Никита не захотел с нами, он в бассейне. Не, ну может придет. Ты думаешь, он на речке не хочет? Не надо было. О! У нас вино это домашнее. Ну да. Вот как? Ребята, объясните. Объясните мне, как быть на даче и не попить домашнего вина. Вот как? У нас оно в холодильнике стоит. Вот обычно. На этих, как? На шелковице. На шелковице. На тютине. Да. Не, не тютина. Тютина, это шелковица, не спорь, пожалуйста. Нет, я думала, там по-другому. Нет, тютина. Тютина называется. И как можно не попробовать? Ну, Саша, он почему-то завязался, все видео. А теперь мне не с кем пить. Хватит уже выжимать сок. Видите, кто идет? А где бабушка? А вон. А вон. И мама не взяла, не покрывала ничего. Никитос, а мы там, вот, может, туда. Никит. Мы туда, Саш, там хоть это... Эти... Перейти туда, да? Ну да, давай. Вчера? Или вчера? Давай, туда переходи, мам, туда, в тенек, в тенек. В тенек иди. Я тоже вон свои вещи все сейчас принесу. Куда? Все, я пошел, скоро приду. Коль, пожалуйста, за детьми наблюдай.